поделиться своим впечатлением о прохождении курса Федора Симонова «Глаз алмаз». Начну с того, что зрение у меня начало ухудшаться еще в детстве, в подростковом возрасте. В школе я еще очки так одевала, посмотреть не носила, а после школы очки уже стала носить постоянно. Постепенно мое зрение ухудшалось, дошло до -4.5. И всю свою сознательную жизнь я ходила в очках. В один прекрасный момент мне вдруг захотелось снять эти очки и ходить с открытыми глазами. Я стала искать информацию по улучшению зрения. Сначала это был Жданов, потом это был Нарбеков. Я занималась по книге Нарбекова, делала упражнения. Улучшения наступали, но ненадолго. Как только я прекращала заниматься, зрение возвращалось опять на свое место. Но я продолжала искать информацию в интернете. Было много всего. Я пробовала разные техники, и в том числе энергетические, и психосоматические делала всякие упражнения. В итоге я у себя дошла до -3, очки носила уже -2, а зрение было где-то -3. Но все равно очки были неотъемлемой частью моего имиджа. И когда я наткнулась на интернете на курсы Федора Симонова, я решила попробовать еще раз избавиться от очков. И на этот раз мне удалось. После месяца занятий интенсивных я погрузилась с головой, было очень интересно. И через месяц где-то постепенно зрение улучшалось. Оно сначала такими вспышками, то есть я видела, потом как бы оно опять уходило на свое место. Но постепенно эти вспышки становились все длиннее. И в один прекрасный момент я, выйдя на улицу, поняла, что я могу обходиться без очков. Я вижу лица людей, я вижу окружающую всю природу. Вот. Но за рулем я еще опасалась ездить без очков. После где-то еще полумесяца занятий я уже без очков и смогла ездить и за рулем. То есть я теперь уже 4 месяца практически вообще их не достаю. Хожу без очков, мне очень комфортно. Зрение мое еще не 100%, но я себя ощущаю комфортно, я вижу все, что мне нужно. И езжу за рулем без очков. Чем мне понравилась система Федора? Тем, что она учитывает очень комплексный подход. Здесь прорабатывается и осанка, и шейный отдел, очень уделяется большое внимание. Очень понравилось именно упор на расслабление, потому что в других системах как-то, ну, пальминг и все, не очень глубоко эта тема рассматривалась. Здесь Федор прям учит, как это расслабить глаза, как понять, какие мышцы. То есть начинаешь понимать всю теорию, всю схему работы организма, работы глаз. Начинаешь лучше понимать себя. Еще эта система позволяет оздоровить организм в целом. Практика цигун, которая уникально тоже помогает, работа с энергетикой, прочищает каналы. То есть на всех уровнях происходит улучшение качества жизни. Поэтому прям, я не знаю, эта система, я прям очень рада, что Федор появился в моей жизни, и я с удовольствием с ним занимаюсь и буду продолжать, потому что это очень интересно. Федор постоянно добавляет какие-то новые упражнения, новые знания. Не скучно совершенно, то есть все время что-то узнаешь. Поэтому рекомендую всем, кто берет ответственность за свое здоровье, за свою жизнь в свои руки, кто не перекладывает ответственность на других и хочет улучшить зрение и вообще здоровье. А еще в этой системе есть один побочный эффект.
у меня до занятий были уже нависшие вот эти веки. После практик, после упражнений мы делаем массаж очень глубокий. Улучшается вообще вся вот эта зона вокруг глаз. Мои глаза стали моложе. Я по себе вижу, что мои веки уже открылись, глаза открылись. Вот. Чему я очень рада. Поэтому молодейте, становитесь здоровыми, подключайтесь к нашей системе. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Наталья Лорейн. Я живу в Израиле. Мое зрение начало портиться лет 15 назад. Все это очень раздражало. Приблизить текст, отдалить текст. Когда появился компьютер, стали работать с компьютером. Глаза очень уставали, начала болеть голова. Я очень долгое время не осознавала, что голова на самом деле болит от напряжения зрения глаз. Когда-то я пыталась, еще до того, как взяла очки, чем-то помочь себе. Нашла книжку, делала упражнения. Да, там были многие упражнения интересные, соляризация, еще какие-то упражнения. Это были упражнения только для глаз. Со временем так бывает, я забыла про эти упражнения. Видимо, потому что взяла очки. Взяла очки, но глаза мои чувствовали себя плохо. Через какое-то время всегда после чтения глаза уставали. И я не искала какого-то курса до той поры, пока у меня не начались колики в глазах или песок. Когда глаза начали чесаться невыносимо, и я стала их чесать, как бы естественно, я вдруг почувствовала, что от того, что я их чешу, они еще больше чешутся. И даже это переходит в боль, как будто осколки внутри глаз. Я записалась к врачу. Но очереди у нас нужно ждать месяца два. Тем временем мне попался курс Федора. Я сразу начала делать. Мне очень понравились упражнения цигун. Это сразу, во-первых, успокоило мои глаза. Упражнения на расслабление глаз, расфокусировку. Все это очень расслабило мои глаза. И тогда я поняла, что моя усталость после работы, моя усталость после чтения, моя усталость от работы с компьютером – это все глаза. А то напряжение глаз было общее состояние усталости. Я еще не улучшила свое зрение, да, настолько, насколько хочу. Но у меня намного спокойнее голова. Практически я не устаю, потому что как только я чувствую, что есть напряжение, я расслабляю. Я расслабляю постоянно, когда еду в машине, когда читаю, когда говорю с людьми, делаю фокусировку, расслабляю, когда ложусь спать. Пальминг – это все невероятно помогает. Мне очень нравится у Федора комплексное отношение. И действительно, комплексное отношение сегодня все берут, чем бы ни занимались люди, чтобы не улучшали в своем здоровье комплекс. Действительно, комплекс работает. Еще мне очень понравилось то, что эти занятия привели меня к организации вообще всей моей жизни. Я нахожу время для занятий. Я нахожу вдруг время для всего остального, чего не успевала. И лучшее самочувствие дает много радости. И я не пользуюсь вообще очками.
Первое время я пользовалась очками с дырочками, но они сломались у меня. У нас нет в продаже, пока я закажу. Ну, в общем, я уже привыкла без пользоваться. Вижу я намного лучше. Еще немножко расплывчато. Но все-таки я вижу текст, любой текст. И даже на телефоне я обратила вдруг внимание, что все маленькие буковки я все читаю. Не всегда это все четко. Но за 3 месяца, что я занимаюсь, есть очень хорошие результаты. И я уверена, что я смогу улучшить свое зрение и сделать его 100%. Меня поразил тот факт, что у Федора 150%. Здорово. Спасибо большое, Федор. Я считаю, что этот курс подходит всем, у кого есть хоть небольшое напряжение в глазах. Кроме упражнения для глаз, Федор дает энергетические практики, которые помогают общему состоянию, что тоже очень важно. Благодарю. До свидания. По первоначальному образованию я учитель, я работала учителем, а потом долгое время работала в госструктуре, то есть у меня есть погоны. Уже очень длительное время, даже не скажу сколько лет, но, наверное, лет 15, как бы я одела очки. Сначала это было +1, потом +1.5, теперь уже +2. И у меня уже было такое желание, что настроение, что я как бы и в очках +2 уже не вижу, и, наверное, надо идти к офтальмологу, и, наверное, надо еще большие очки с тем, чтобы лучше видеть, потому что сложно в магазине эти маленькие ценники, ничего не прочитаешь, на почту придешь или что-то, то есть без очков уже вообще никуда. Поэтому думала, что как бы возрастное, даже и обращалась в поликлинику, что типа, ну а что вы хотите, конечно, возраст, зрение садится. Я думала, что это норма. Я так и думала, что так и должно быть, что в старости все одевают очки, и как бы вот меня такой процесс тоже не миновал. Но вообще у меня как бы пресбиопия. И временами видела нормально, временами вообще ничего не видела. И когда вот сейчас я понимаю, что этого не надо пугаться, а пугалась, казалось, ну все, это вот катастрофа, наверное, сейчас вообще зрение совсем сядет, и что я буду делать. Поэтому и думала, что надо мне очки посильнее, тогда я буду лучше видеть. Самое интересное, что как бы я и не пришла к этой идее сама, что это как бы надо для меня. Я уже говорила, что вроде бы я считала, что это так должно быть. Но у моего мужа проблемы с тем, что он тоже стал совсем плохо видеть, с компьютером работает. И я подумала, я пойду схожу, узнаю, что это такое, и приведу его, чтобы помочь ему как бы что-то сделать со зрением. Но в ходе вот занятий я убедилась, что, оказывается, мне это надо больше, чем ему. И я вообще очень рада, что я вот попала сюда, что я прошла эти курсы, что я очень много поняла из того, что а каким должно быть зрение, что надо сделать для того, чтобы его сохранить. И самое главное, это что не нужны никакие очки. И для того, чтобы ты чувствовал себя хорошо и комфортно, и не беспокоился о том, что у тебя нет очков, и ты не сможешь что-то прочитать, оказывается, вот достаточно пройти такой вот курс, он очень полезный, он очень занимательный. Занятия никогда не повторяются. То есть вот я ходила всегда с удовольствием, причем с большим удовольствием. Но я уже могу читать, читаю уже книжки без очков, тем более телевизор и все остальное я уже делаю без очков. Я уже в магазин стала ходить без очков. И я думаю, что на этом я не остановлюсь, я все равно буду заниматься дальше с тем, чтобы еще более улучшилось мое зрение. Самое интересное, что я заметила, что я раньше так и думала, что если я вот не вижу, что у меня происходит вот здесь, то это нормально. А зачем мне видеть? Я же вижу, что там. И теперь я понимаю, насколько это было, вот какое это было заблуждение, как это было ошибочно. И что больше всего вот мне понравилось, это ты не только зрение улучшаешь. Вот, допустим, у меня меньше стали головные боли.
я стала лучше спать, потому что она не просто упражнение, которое тебе для глаз, видишь ты хорошо или не видишь это, это вот целый комплекс, который рассчитан на то, чтобы в целом улучшилось здоровье, не только зрение, а здоровье стало лучше, соответственно, больше появилось энергии, больше появилось желание, вот сейчас особенно весна, солнышко, да, куда-то пойти, что-то делать. Ну, это вообще непередаваемо. Я думаю, что вот все, кто решают, что зрение это действительно так и должно быть, что оно ухудшается. Нет, это так не должно быть. И можно, наверное, до глубокой старости дожить без очков и при этом быть совершенно счастливым человеком. Я сверху, наверное, четвертую видела строчку. Это вдаль. Это вдаль. И то есть мне было вот как бы вот комфортно на той строке. Сейчас, где вот эта черта, вторую от этой черты я вижу. Я считаю, это вообще замечательно. Это 0,9, значит. И вблизи, вот когда мы начали читать, я начала, наверное, с пятого вот текста читать. И мне казалось, ой, неужели можно увидеть то, что еще где-то там впереди? Это же вообще все сливается, расходится, ничего не видно. А сейчас я практически уже готова к тому, чтобы вот эту первую строку прочитать. При этом для меня, знаете, было большим потрясением узнать. Я всегда считала, что у меня, если есть проблемы с глазами, то у меня страдает левый глаз. А в ходе занятий я поняла, что левый-то глаз у меня нормально. У меня, оказывается, самые основные проблемы с правым глазом. И самое главное, что я теперь это знаю. И знаю, как бы тренироваться. И с правым глазом уже тоже мне гораздо лучше. Вот если говорить вот в таком большом плане, да, я бы вот посоветовала всем, детям обязательно, потому что если они одели очки уже с детства, это очки, оказывается, не решают проблему со зрением. Ну, не знаю, может быть, у кого-то есть такой опыт, но я еще не встречала человека, который бы одел очки, и у него было лучше. То есть все равно постепенно зрение все садится и садится и садится. И я думаю, это, наверное, не совсем из-за правильного подхода только глаза лечить. А вот эта вот методика, она именно обращает внимание на то, что важно не только глаза и как бы вот глазодвигательные мышцы и все, а важно то, в каком тонусе твои сосуды, в каком состоянии твоя шея, твой воротниковый отдел. И все вот это вместе, оно как бы лучше в шее, лучше в голове, лучше в глазах, и это бесспорно. И я думаю, людям, вот, допустим, моего возраста, совсем не надо бояться и как бы не надо махать на себя рукой, что ну что, теперь уже ничего, можно походить в очках. Жизнь без очков – это все равно гораздо лучше. Ты не привязан вот. Ах, у меня нету очков, и все, и я туда не схожу, сюда не схожу, тут ничего не увижу. Тут ты вот свободно идешь куда надо, смотришь, что надо, какие-то программы, какие-то фильмы, телевизор, не напрягает смотреть телевизор, хотя раньше уже было и песок в глазах, и все, и смотришь, и все слилось, и ты как бы думаешь, надо уже очки одевать. Сейчас уже не надо. Раньше у меня тоже было такое представление, что если я смотрю телевизор, зачем мне свет? Я его никогда не включала. Когда мне сказали, нет, надо со светом смотреть, я как бы поражалась, ну зачем свет? Когда дома, ну, кто-то лег спать, чтобы не мешать никому, я включила настольную лампу, у этой настольной лампы сижу читаю. Оказывается, нет, надо, чем больше у тебя света на том месте, где ты читаешь, и особенно правильно держать текст перед глазами, и тогда и не возникнет вопрос, наверное, о том, что у тебя ухудшается зрение. Поэтому, думаю, и в возрасте, а тем, кому особенно вот 30-40 лет, ну, зачем загонять себя вот в эти рамки зависимости от очков, от линз, если можно видеть все прекрасно так, своими родными, натуральными глазами.